Есть столько людей в этом мире, которые чертовски талантливы, но тем не менее не достигают ничего стоящего в своей жизни. Мир полон талантливых людей, которые ничего не добиваются. Наше тело имеет ограничения, но потенциал нашего мозга безграничен. Мы настолько фокусируемся на незначительных вещах, что забываем, что все начинается у нас в голове. Почему большинство людей никогда не достигает своих целей? Почему только 2 или 3% достигают действительно стоящих результатов? Люди, которые совершали одно направленное действие каждый день, были теми, кто достигал своих целей чаще, чем кто-либо еще. Найти то, чем ты хочешь заниматься по жизни, не самая легкая задача. Но ты просто должен пробовать как можно больше, пусть и через трудности. Не бойся делать ошибки, бойся оставаться на месте. Я действительно верю, что у каждого из нас есть дар. И наша задача в том, чтобы осознать, какой именно дар мы имеем. Следовательно, мы также решаем, использовать ли нам этот дар или нет. На самом деле нет ничего, чего мы не можем достичь. Нужно выбрать цель. Понять, что может понадобиться для ее достижения, и действовать. Сделай шаг. И после того, как ты сделал этот шаг, сделай следующий. И таким образом, действие за действием, шаг за шагом, ты придешь к результатам. Возможно, ты не сразу достигнешь того, чего ты хочешь, но ты в любом случае будешь гораздо ближе к своей цели, чем был до этого. Что меняет нашу жизнь кардинально, так это действие. Мы должны убедиться в том, что мы подталкиваем себя, принимая решения и побеждая страх. Изменения происходят в тот момент, когда ты принимаешь решение. Все, чего ты так хочешь достичь, реально и осуществимо. Нужно лишь начать. И первым шагом является решение. Не жди, пока тебе будет 25, 35 или 50 лет. Начни дисциплинировать себя уже сейчас, чтобы получить то, чего ты хочешь. Ведь ты никогда не знаешь, будут ли у тебя завтра те же возможности, что есть сегодня. Дисциплина – это мост между целями и достижениями. Большинство людей останавливаются после единственного поражения. Мы все терпели неудачи. Я не исключение и знаю, что могу проиграть еще не один раз. Но пока я готов сражаться за свое будущее, я могу победить. Поражение может принести самый ценный опыт, который мы можем использовать. Но все зависит от того, как мы это делаем. Всегда можно достичь чего-то большего. Ведь в каждом из нас есть величие. В каждом из нас есть что-то особенное, чтобы изменить этот мир к лучшему. Но начинать нужно с себя. Работа над собой – это не временная вещь и не одно изменение. Работа над собой должна быть постоянной. Это сражение длиною в жизнь. Это еженедельная, ежедневная борьба против слабости, против соблазнов и против лени. Это кампания дисциплины, поэтому начни. Сделай первый шаг и не жди изменений. Будь ими.